Я знал, что я вас могу обмануть. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, не он ли он, Васаби Скромник, Слава Питер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем хай. Сегодня мы играем на карте 5 ночей с пони, я буду управлять аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Аниматроники пугают охранников». Пацаны, сегодня очень главное правило, одна дверь должна быть открыта. Давай, быстрее. Молодец, так. Сейчас буду я, ребята, их пытаться запутать, чтобы они все-таки попались каким-то образом и не успели закрыть двери. Так, пока, мисс, вы успеваете. Молодец. А дверь была закрыта. Зачем же ты ее открывал? Запутался. Не успели. Ну а что ж делать? Успел, молодец. Так. Давайте сюда. Успеваете, да? Так, я буду сейчас менять аниматроников, чтобы было интереснее. Давайте мы возьмем. О. Я стою у двери и смотрю на камеру сразу. Так я вижу, куда ты идешь. Успел. Давайте я буду убивать тогда, когда я буду заходить прям в дверь его внутрь в офис, тогда я буду вас мочить. Хорошо. Так, блин, врезался в стенку, пьяная марионетка. Так, давайте возьмем поломанную Чику. Я вам, пацаны, несу кекс. Не надо, мне не хочу кекс, я поел. Успели. Ой, извините, не хотел, я же не успел. Ладно, у аниматроника произошел сбой. Надо этот, винду менять. Переустановлю Windows, будет все хорошо. А вот Питер выживает сильнее. Надо было закрывать двери. Давайте возьмем. О, у нас есть большая башка. Дай пирожка. Так, отлично, успевают. Будем их пытаться все-таки запутать, я смогу. Вот так сейчас. Отличненько, еще разок. На восстановление. Ну так, мы готовы. Пока. Я запутаю. Я же профессиональный аниматрончик. А я профессиональный охранник. А вот сейчас мы где-то и проверим. Марионетка. Пока. Нельзя. Так, марионетка очень быстрая. Давайте буду немножко медленнее ходить. Вот чё вы не закрыли двери? А мы не успели. Хорошо. Наказал я вашего одного, передавай им привет на том свете. Я буду говорить, когда он. Молодцы, вы сегодня очень хорошо играете. Вы уже, я вижу, разыгрались, да? Сначала вы тупашили, а теперь уже понимаете, как играть. Хорошо. Эй, этот фонарик меня отпугивает. Платы мне сжигает. Потому что... Так... О! Включаем фонарик. Глючит у него этот. Да зачем ты открыл? А, я не могу убивать им. Стойте, сейчас злой придет. А, да. Я ведь надо переключить в жилечку. Да ты че? Нельзя открывать. Когда я иду, надо очень быстро все закрывать. А я выжил. Выжил, сейчас. На подкрадулечках иду, ребята. Все по красоте. Идем. Потихоньку, не спеша. Чтобы пацанов напугать. А теперь резко бежим в другую сторону. Блин! Да ну я же хотел напугать! Ребят, слушайте, давайте пока он будет уходить, мы будем быстрее. Димас, вот зачем ты нас убиваешь? А зачем вы двери не успеваете закрывать? Ну потому что нас слишком много, мы не понимаем. Эй, по башке дверью дали, это очень больно. Вы отняли у меня 220 жизней, ничего себе оно отнимает. Ах ты, блин, еще чуть-чуть.
пока. Не считается. Да блин! Ну я хочу эту сторону найти все-таки. Идет. Да ну смотри, а! А, вы хитрые! Получается, вы встали вдвоем на двух дверях, да? А один чекает. Боже, это... Давай, давай, сейчас, сейчас. Включи свет. Кстати, тот свет отпугивает меня. О, сгоревший идет. Взяли прям кусок головы, откусили у него. Димаса, ты где? Мне страшно. Ребят, а, давайте... я понял, где ты. Привет. Привет, башка. Че, продажа нормально? Эй, по голове не бейте, новые платы повредите, которые сгорели. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение, тем самым продлевая людям жизнь. Так. Ну, блин, я вас сейчас буду сильно пугать. Так, это не то. О, Фокси очень быстро бегает. Смотри, смотри. Пока. Да вы меня прям по башке даете дверями. Вот ты смотри. Я знал, что я вас могу обмануть. Аниматроники пока мисс... Ну, вообще-то вы хорошо очень сегодня играете. И мне прям тяжело дается так, чтобы вас напугать. Хорошо, давайте сейчас придет другие аниматроники. Надо. А я бегу, А я бегу, бегу, бегу. Пацанчиков мочить. Детишек веселить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такой походяк у него классный, мне нравится. Так, сели, встали, встали, сели. Идет ушастый заяц, у которого уши цепляются за потолок. Я вам помогу, чтобы вы не мучились сильно много. Так. Да блин, ну. Иди снова помогай. Так, сейчас возьму ребята аниматроника, который не видит в темноте. Если вы выключите в офисе свет, я вас не увижу, я пройду мимо. Так, иду. Так, ничего не видно. Ничего не видно. Так. Так, ну что сейчас закрыл? Сюда, сюда, сюда. Так. Никого не вижу. О, фонарик! Зачем же ты фонариком моргнул? Я увидел вас. Надо было тихонько сидеть. Так. Вы фонариком не мигали, не? Ну хорошо, я извиняю вас. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Что у вас в канале творится? О, у нас аурор проходит. Эх ты, у меня очень много жизни, хорошо. Ну чё, вам, пацаны, станцевать песню? Нет, мы не против. Так, кто у нас тут есть? Это добрый аниматроник, он все равно никого не сможет убить. Надо брать злого аниматроника. О! Я тебе не верю. Пошел, пошел, пошел. Ползучка. Уйди, я тебя вижу через фонарик. Ай, блин, слепят ваши фонарики. Могу отключить. А, в смысле? Я увидел тебя. О, скрабэйби. А я скрабэйби, скрабэйби. Так, не хотите, да, открывать мне двери? Да, я не хочу. Чё там, пацаны, нормально все? Да, я тебя вижу, ну, давай, давай, давай. Ой, что за кишки из жопы. Так, хорошо, беру медленнее аниматроника, который будет немножко легче вам. Легче носить или что? Ну да. Нет, вам легче будет дверь успевать закрывать. Успеваете, хорошо. А я сильно громкие звуки, да, издаю? Нет. Нет, ты... Закрывайте. Да блин, я думал, я успел головой туда пролезть, и вы бы сделали с меня два аниматроника проволочных. Вторая дверь закрой. А я успеваю, не успеваю, хорошо. Да блин, вы не обманываетесь. Так, надо взять кого-то еще лучше. Кто у нас есть такой прям классный вообще? Ну, давайте, Дима, оригинальных. Давай не надо нас убивать, мы еще чуть-чуть. Надо, надо. У нас компьютер. Привет. Привет.
Тогда я тебе чикну. На, и другим передавай привет. На. Привет. Отлично. Псих-убийца. Уйди, Кыш, я тебя вижу через камеру. Опа, что-то у меня в кишках болит. Надо было в туалет вчера сходить. Ой. Опять булочку на вокзале купили. Да блин, пацаны, что-то живот болит. Пойдемте поможем. Я тут вот так точно шарму. Ай-яй-яй-яй, тошнит, помогите. Да не бей по жопе, мне же тошнит. Да сейчас вытолкаем. Да помоги. Сейчас. Пацаны, искусственное дыхание. Да какое искусственное дыхание, вы мне кишки из жопы делаете. Да блин, вы когда бьете, я встаю. Ха-ха, ну падаю. Ха-ха-ха. Что такое? Выживайте мне. Эй, ребята, откройте. Ребята, открывайте, давай. Я встаю. Опа. А вот теперь я родился. Ну-ка. Ой, теперь закрыто. Вот это робот. А вот теперь я должен вас обмануть. А так, вот так, вот так. Вот это он быстрый. Кончик не лезает. Так ты что, у него скорость? Я тебя вообще-то двери придаю. Так, я никого не вижу. Ай, кто меня бьет в темноте? Эй, я буду жаловаться. Защиту аниматроников. Надо, нас оштрафуют. Так, кого же взять, Кого же голову срубать? О, крячка. Кыш, плохая уточка. Я сказал, поставьте фонариком. Ты еще через тень видно. Не видели меня, не? Я видел. Ну что, пацаны, давайте. Нет. Вы втроем против меня одного должны замочить аниматроника, потому что я дал сбой. У меня теперь программа сбилась, я не знаю, что мне делать. Чё так, не убивается? Есть оружие, которое может меня убить, вы должны догадаться. Я есть. Бабушкин. Делаю обход по пиццерии, кого вижу, мочу. Блин, тут вот столпились, мы не можем выбраться. Бывает так, учитесь. Давайте удалю спауны. Открывай, подлец. Не хочу. Вижу охранника. Я должен его убить. Ух ты! Что это за оружие такое мощное? Ого, нормально! Эй, уже 7000! 6! А! Димка, беги! Я вспомнил, мне надо хлеба купить! Так, все, зашкерился. Отлично, классная карта. Нельзя заходить, это моя комната! Нельзя сюда заходить. Как вы ее откроете, если я тут стою возле двери? Никак. Не-не-не-не-не, нельзя. Нельзя, я дверью... Я ногой подпер двери и держу их. Нет! Смотрите фокус. Нельзя! Эй, у меня жизнь не так тратится. Нет, не тратится. Я дома не слишком умный. Ты зачем в логово зашел, убийца? Ай, шар! Повезло. Не повезло. Повезло. Нельзя шарами... О! Попал прям в будку, мне нормально. Ха-ха! Молодец, Неон Леон, победили аниматроника, который дал сбой. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!